Шрек. Давай. Все время это одна и та же женщина. А почему субтитры одни? А субтитры оригинальные? Какие должны быть? Да, наверное. Там цензура. Там типа не дилда, а силиконовые приспособления написано. Вот так. В этом плане. Тебе вместо пуси котенок придет. Что это за женщина вообще? Певица. Я поняла. Певица по пуси. Дэдди тут фазер написано. Папи фазер. Написали, мой фазер. Значит, папи получится папа. Да я говорю, папик, типа. Типа папа может как папик, именно как папик может, реально приводится. Типа спонсор папик. Естественно. Ты реально откуда слово папик взялось? Может, ты взяла слово папик? Извините, ты что, с мочой связанная? На самом деле, это голос запичен, что ни слова непонятно, когда она поет матюки свои. Не, ну понятно. Моя жопа. Сейчас повторяются не слова, а тоже смэк, там байэс, дилда, вот эти все.